Рассчитывать энергию будут по-новому. 1 января в Поморье вступят в силу измененные нормативы на общедомовое потребление электроэнергии. Коснется это одно- и двухэтажных многоквартирных домов с централизованным отоплением и горячим водоснабжением, а также зданий без этих коммунальных удобств. В 3,5 раза снизят нормативы на электроэнергию в следующем году. Причина – смена расчетного метода. То есть, раньше был установлен норматив 4 кВт-часа на 1 квадратный метр. В среднем на каждого человека, проживающего в одно- или двухэтажных домах, приходится 2,5 метра общедомового имущества. Люди платили за 10 кВт-часа. Теперь норматив по электроснабжению будет суммироваться. Например, если в одноэтажном доме только освещение подъездов, то в месяц на 1 квадратный метр будет приходиться 1,1 кВт-часа. Если же в этом доме дополнительно стоят еще и дверные запирающие устройства, то прибавляется еще 0,016 кВт-часов в месяц. Также, если в доме стоят усилители телеантенн коллективного пользования, прибавляется еще 0,008 кВт-часа, плюс 0,09, если в доме есть система противопожарной автоматики или дымоудаления. Поэтому суммарный норматив не превысит 1,214 кВт-часа в месяц на 1 квадратный метр площади помещений. Эти же нормативы распространяются на аварийные дома любой этажности.